страшные времена, были очень страшные времена. Если кто-то скажет вам, что там прекрасно жилось, не верьте. Там опасно было выйти на улицу, люди рисковали, выходили, потому что не было никакой еды, и нужно было куда-то идти, добывать, и все время были взрывы. Даже когда российской армии не было там, ведь она приходила, а потом уходила. И на какое-то время, какие-то месяцы, годы мы были сами по себе. Машины на улицах взлетали на воздух. Чеченские группировки устраивали стрельбу и разборки между собой. Людям было очень страшно. Российские бомбежки – это просто жуть. Разборки между чеченскими группировками – это кошмар. Казни, оговоры. И на этом фоне женщина, девушка была абсолютно беззащитна. Хотя женщины очень сильные у нас и сражались как могли. Но не все остались живы.